Смотрите, как Ника расстроилась, что Саша не разрешает ей брать батарейки в ротик. И это опасно в ручку брать. Да, а что ты еще маленькая? Сейчас вообще нельзя в ротик брать, это очень опасно. Так хочется. Все, нахуй, нахуй. Он без батареек. Без батареек он не нужен никому. Кто мою? Кто довел до слез? Она батарейки в рот хотела, ей Саша не давал. Кто довел до слез? Ну, что такое? Что вот такое? Так скажешь. Аж сопли потекли от слез. Ну что? Вот так папа пришел и сразу жалеет свою доченьку. Ну, да. Че? Она такая, папа, смешная. Так ей хотелось батарейки. Сашка, положи батарейки сюда на диван. Нельзя, это опасно. Нельзя, потому что Никушка еще маленькая. Вот, батарейки, папа. Ой, Сашка, фу. Ника. Она их не видит, да? Вот лучше, да, котик поглядит, чем батарейки. Не надо, зачем вы опять дразните, называется. Дразним. Я сейчас тебе кофе сделаю, поставлю. На. На. Нет, ну она такая смешная просто. Потом вырастет и будет сама смеяться с себя. Да. Папа, не давай, котик тоже грязный. Дразнит тебя. Батарейки чище вы даете, нет, да? Нет, батарейки мы вообще не даем, это опасно. Увидела. Вот эти, да? Тебе вот эти нравятся, да? Вот они нравятся тебе. Что, Саша, не разрешает Никушке батарейки? Нет! Смотрите, она сразу за ними потянется. Не-не-не, Ника, нельзя! Не-нельзя! Никушка, тебе нельзя батарейки! Нельзя Никушке батарейки. Никушка еще маленькая. Да, маленькая я. Сашка не дает. Вот только тебе пультик можно. Пультик без батареек. А если пультик с батарейками, вот такими вот, то тебе его нельзя. Смотри, как плакала, что сопли текут. Что? Вот то, моя сладкая. Вот так и живем. Пульт без батареек, скажи, Ника, да? Да. Шерлок у нас сейчас проходит процедуру закапывания глаз. Давай. Не, я знаю тебя, как ты. Надо только так. Начали гноиться. Вот Николя второй день капает ему. Смотрите, тихо. Он тихонечко. Уже, уже знает, знает. Так, давай. Видите процедуру? Выпала капля. Так. А вот этот грязный, видишь? Тихо. Сашка, где что-то хочет сказать? Да, Шерлок? Что там, Саша, потом хочет? Потом мне скинешь видео с Никушей на Вайбер. На Вайбер? Да. Ай, как щуримся. Ай, ай. Все, свободен. Все, свободен. Нет, нельзя так делать. Вытру. Ну, хоть как-то оно сделает. Да. Нельзя, нельзя. Нельзя так делать, я тебе скажу. Вытирать нельзя глазки в пол. Но! Слушается. Все, сидеть. Сидеть. И ждать. И ждать, пока не усвоится. В твоих глазах впитается лекарство, Шерлок. Сейчас сиди. Батя уйдет. Подожди, сейчас батя уйдет. Сиди. Так, уже не видит, а не видит. Батя сказал сидеть, значит, надо сидеть. Сейчас потеплело, мы вышли погулять во двор. Нику одели, смотрите, как тепло. Это, кстати, еще Софиишкина кофточка. Она, правда, на годик, но у Ники это классно, тепло есть. А Софийка выросла из своего велика. Вот папа взял насос, сейчас накачает его. Он, походу, разрежет. Разрядился, да, значит, на поте в обычный взять. И просит, чтобы ее подкачали колеса и подняли сидушку, да? Ну, сейчас, значит, папа возьмет пока ключ, а я пойду возьму обычный насос. Не электрический, но его на зарядку поставить. Ой, упал велик. И подкачаем. Только тогда он стоял. Смотрите, какие у нашей Софики классные кроссовочки. У вот Софики. Ой, у Ники, смотрите, какие классные кроссовочки. 14 размера. Да, на полгодика. Какие классные у тебя кроссовки. У тебя 7 месяцев, у тебя такие офигенские кроссовки. Хотя завтра у них будет уже 8 месяцев. Сегодня еще только 7. У тебя, короче, кроссовки. Вот, уже взяли обычный насос. Софийки. Ну и Коля, наверное, начал вот сейчас, я смотрю, сиденьица, да? Поднимет. Будем мерить на Софию, чтобы как раз было ей. А вот, кстати, кто спрашивал, где наша машина? Вот ее с полировки забрали.
за Колей стоит. Так, ну-ка вытаскивай. Смотри, давай Софика меряй. Да, Коль, достаточно высоко достаточно, потому что... Садись, я буду держать. Да, нормально. Нормально. Вот это... так? Да. Или еще выше? Можно давай, чуть-чуть выше. Я думаю, можно чуть-чуть выше. А, он уже там. А, все, там уже край. Ну вот, значит, на самый край. Софику уже надо будет в следующем году новый покупать. Орин вообще вот такой купил. Ну, он ей тоже немножко великоват. Уже мы великоват. Просто красный Саша Арсений. У нас еще есть, кстати, да. Арсений красный. Арсений красный был такого размера, наверное, как до тебя следующий, да, Коль? Орин надо будет просто накачать эти колеса. И я думаю, он тоже будет ехать. Но ты все равно не достанешь. Поэтому на этот год даже не стоит смотреть новый. Так тебе, наверное, надо и руль выше сделать, нет? Да, и руль, конечно. Да, и руль. А то в сиденье выше руля, смотрите, получается, как смешно. Практически на уровне. Да, сейчас и руль подниму. Ой, София, у тебя будет классно сейчас ездить так круто, да? Будешь кататься. Помню, Арина один раз просила во дворе покататься. Угу. Тогда у нее был четырехколесный, у меня... Смотри, ключ заклинило. Заклинило ключ. Держишь? Нет, София держит, папа качает. Да? Я вот это закачала. О, твердая. Твердая? Вот это. Отлично. Супер. Вот и будет у тебя самокат. Велосипед, да, доченька? Никушка, ты что, без велосипедика? Нет. У нее самый лучший вид транспорта, ее катает. Ее катает. Ну что, давай, София. Поехала. Давай. София, кстати, очень рано научилась кататься на двухколесном. Ей было еще три года. Ну, вот она в 4 уже хорошо ездила. Нормально. Видите? Она молодец. Умничка. Поехала. Все отлично работает. Спасибо, папа. Софийка, что ты делаешь? Я купила за 10. Купила себе лоло. Мама, ты говорят, они наклейки. Ой, одним словом, у нее еще оставались деньги от ее зуба. Мы с Никой пошли гулять. Она купила себе Лола, и еще по дороге встретили Саша, гулял с Кириллом, решили в пиццерию зайти. Конечно. Что там вы выбрали? Какую себе пиццу? Одну на всех, это вот, парашюту. Парашют, да. Да, парашют. Пепперони. Пепперони, я сказала? Нет, парашюту, доченька. Я-то не ем так поздно уже, после, блин, после 7 я не ем мучное, ну а вы как любители пиццы покушаете, да? Так, вам помоги. Это к Саше. Это твою голову крепит. Голову давай, легко. Я уже наловчился с Ариной. Голову крепить. Она не крепится. Голова не крепится, возьми. Ну, попробуй, кельку попробуй. Сейчас. Сейчас доиграют, они тебе помогут. Да. Я профессионал. Да. По голове. Давай, София попробуй. Голова не крепится. Это лом? София сама зашла в магазин, сама купила какой-то лом. Она сказала, говорит, это подделка, София сказала. Это лом настоящий лом. Нет, она сказала, это подделка. Подделка? Да. Дайте вот такие. Потому что платье вот такое. А. О, посмотри, как красиво. Ты то сама за свои деньги ты купила. Да. Молодец. А вы что вы играете? Бравл Старс. Бравл Старс. Ты же тоже, мама, любишь поиграть в Бравл Старс? Конечно. Я тоже люблю Бравл Старс. Особенно вечером вместе со мной, да? Да. Мы с тобой играем. Играем.